Приехала учиться вейкбордингу. Видите, в таком костюме гидра. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, друзья, как моя первая тренировка, это вообще супер просто, это непередаваемое ощущение, у меня неплохо получилось, завтра будет лучше, потому что я не планирую это бросать, я хочу по максимуму, пока позволяет погода и сезон, позаниматься, ну, правда, это космос, так что попробуйте, непередаваемое ощущение, я просто счастлива. Ну что, сегодня попытка номер два. Сегодня буду делать упражнения разворота. Если будет возможность записать, показать, я покажу.